В этой молитве мы просим, чтобы Бог по молитвам святых помиловал нас и простил наши грехи. Эта молитва, как и молитва мытаря, должна быть в уме и сердце христианина, потому что, постоянно согрешая перед Богом, мы должны постоянно обращаться к Нему с просьбой о помиловании. Молитва эта может произноситься короче: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Или еще короче: «Господи, помилуй!» В последнем сокращенном варианте она произносится в церкви во время богослужения, нередко до 40 раз непрерывно.